Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами вновь Александр Милошенко. И сегодня у нас в распаковке умная розетка от Яндекса. Где-то рядом с этим видео уже, наверное, появился ролик, рассказывающий о том, как работает Яндекс-станция мини с Алисой. Наконец-таки я добрался, чтобы снять это видео. Ну а так как близится Новый год и за окном уже сугробы, в буквальном смысле, и в доме появились гирлянды, то захотелось, чтобы они как-то управлялись автоматически в авто. И решил я тут приобрести умную розетку от Яндекса, попробовать вообще, что это такое. Одна уже работает, у меня их две штуки, а вторую сейчас будем распаковывать. Вот, значит, вот такая коробочка. На одной стороне написано, что это умная розетка от Яндекса. Потом написано, что нужно сделать для того, чтобы ей управлять розеткой. Ее характеристики. Потом здесь данные о производителе. Сделано в Китае, но по заказу Яндекса. Ну и тут как ей управлять. Сейчас открою и покажу. Сразу же скажу, что эта розетка работает только с Яндексом. То есть для Маруси или иных аналогов она не подойдет. Ну или будет работать просто как розетка. Открыв коробку, вот на ее крышечке мы видим вот такую надпись. Что надо сделать, чтобы начать пользоваться розеткой? Включить ее в розетку, установить приложение и затем выбрать розетку в меню устройств. Это я отдельно покажу. Сейчас вот давайте посмотрим. Вот она, розеточка. Попробуем вытащить. Вот, вытащили. Вот, собственно, розетка такая крепкая. То есть не скрипит, не люфтит в руке с заземлением. Все серьезно. Вот, и вот здесь кнопка. Она же лампочка. То есть включить-выключить в ручном режиме. И если эту кнопку подержать, то она перейдет в режим поиска. Это нужно для того, чтобы умная колонка или приложение ее нашло. Вот давайте сейчас проверим, как это выглядит. А, ну и саму розетку надо включить в розетку, конечно же. Что я сейчас и сделаю. Еще хотел бы добавить, что здесь на розетке защитная пленочка. Вот если вы видите, такая серая топорщица. Прежде чем включить и розетку в розетку, надо эту пленку снять. Потому что мало ли чего. Чтобы ничего лишнего не грелось. И вот розетка включена в розетку. Горит синеньким огонь. Прям стихами говорю. И она готова к работе. Сейчас посмотрим, как это выглядит в приложении «Умный дом» с Алисой. И вот у нас умный дом с Алисой. Как видите, одна розетка работает и показывает данные. Сейчас мы будем добавлять новую розетку, которую только что включили. Вот. Нажимаем справа вверху плюс. Устройство умного дома. Выбираем. Дальше выбираем вверху умные устройства от Яндекса.
И выбираем розетку. Куда ее добавить? Вот. И тут нам пишут приложение, что убедитесь, что индикатор на розетке мигает. Как вы видели, до этого он просто горел. А чтобы замигал, как на рисунке, надо подержать кнопку. Вот я сейчас делаю. Вы этого не видите. Но я это делаю. Вот он. Замигал. И я жму, да, индикатор мигает. Вот. Спрашивает. Сеть. Уже пароль есть. Жму продолжить. И идет поиск. И тут внизу нам приложение подсказывает, какие могут быть ситуации. То есть, например, умный торшер или отложенные команды. А пока я вам рассказывал, приложение сообщает, что устройство подключено, розетка. Вот. И здесь вот вы видите, тут имя розетки. Вот, давайте мы выберем. Ну, пусть это будет, учитывая, что она для гирлянды. Пусть это будет гирлянда. Вот. Или нет. Давайте розетку. К спальне, как гирлянду. Вот. Хочу. Круто, подключаем. Сохраняем. Это все можно будет потом поменять. И сохраняем. Завершаем настройку. Вот, как вы видите, у меня уже включены две розетки. И сейчас я попробую включить в эту розетку гирлянду и показать, как это выглядит. И вот вы видите, что у меня появилась еще одна гирлянда, и она также показывает мне данные по потреблению, по потоку. Вот я ее могу здесь включить-выключить. И сейчас покажу, ну, собственно, как моргает гирлянда и как она управляется. Вот у нас моргают лампочки. Я могу сказать: Алиса, выключи гирлянду в спальне. Алиса, включи гирлянду в спальне. Вот. Собственно, еще можно сказать: елочка, гори, но сам принцип понятен. Все работает, все подключилось сразу, без каких-либо проблем. Так что, если думали над новогодним подарком или для системы управления гирляндой, можете использовать. Всем спасибо за просмотр.